Друзья, всем привет, всем хорошего настроения, всех с Новым годом наступившим, друзья. У нас еще не наступил Новый год, мы опережаем график немного. Вот, поэтому я занимаюсь своими обычными делами. Вот, сейчас оконочек. У моих худышек, да, а ну-ка, как у вас там, профиль анфас, круглые бачка. Вот, кто-то пишет, что дыньку кинул. И весь день голодный. Дыньку вон. Вчерашняя дынька. Утрешняя причем. Не догрызли. Да? Бедные не доедают. Ой. Я... Впечатление создается, там вот некоторые подписчики, то есть если я не показал, что я там, допустим, не покормил уток, да, значит утки у меня голодные там. Вот не показал, как коз кормлю, там, значит козы голодные. Ну, не знаю, у меня бывает такое, что хочется так побольше всего сделать, и вот это вот просто не хватает время там. На коз побежал, быстренько им положил там, вот, и занимаюсь другими делами. Каждый день начинается, друзья, думаю, чтобы такого сделать полезного. Когда-то работал в торговле немного. Ну, года три я был торговым представителем. Нам говорили, что товар, не проданный сегодня, не продастся никогда. То есть завтра это будет уже завтрашний товар. А его можно было бы продать сегодня. Вот. Есть похожее, знаете, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Это русская пословица. Но солнышка нету сегодня. Не знаю, что там меня видно вообще в камеру. И что? Ну, в общем, то же самое, да, что работу, которую сегодня не сделал, ты ее уже не сделаешь никогда. Ну, можно отложить, да, там, то есть не прибил сегодня гвоздь, завтра я его прибью. А завтра в это время можно что-то другое уже сделать, понимаете, в чем суть? То есть время уходит, время теряем, поэтому хочется побольше всего сделать. Сейчас вот думаю... Вот они, друзья, козы, да, у меня здесь. Вот они. Вот. А там вот за заборчиком вот из сетки там у меня сено. А за сеном там же у меня и тыква. Вот за сеном, за тыквой я иду вот вокруг домика полностью обхожу и потом вот прихожу вот к этой калитке. Также вот и дрова. Вот они у меня здесь под навесом дрова. А там у меня еще доски кое-какие, которые более-менее поддоны. Ну, основное это дрова. Тоже, то есть я могу взять дрова вот сюда раз и в домик пошел. Вот, а я беру вот здесь дрова и иду вот вокруг, получается, вот. Иду вокруг, полностью делаю обход. И мешу грязь, то есть можно меньше по грязи ходить. Путь, короче, сделать. Ой, когда эта стройка уже закончится. Сейчас вот тоже мыслю. То есть вот до весны бетономешалка мне больше будет не нужна. Ну, то есть до весны там что штукатурить, но погода не дает штукатурить. Сегодня, может быть, плитку начну ложить. Надеюсь. Там у меня лампочка немножко горит, светится. Вот. Здесь под навесом бы убраться. Бетономешалку под дождь выносить не хочется. Закатить ее куда-то. Ну куда? Поэтому нужно помещение для бетономешалки. Вот там я хочу. Где вот сарай, который горит, и кладовку сделать из него. Может, правда, из него кладовку сделать. Ну, стеллажи, да, можно яму рядом выкопать. Кстати, друзья, у нас не затапливает. Вот вы писали, что у Рушана сделали подвал и там затопило, да, они возле речки живут, мы живем от речки относительно далеко, сколько у нас, метров 30 над уровнем моря, да, ну над речкой не 30 метров, но метров
5-10, наверное. В зависимости от сезона, друзья. Вот летом у меня колодец, да, 8 метров глубина колодца. Летом метров 5 до воды. А вот зимой, весной, ну, метра 3. То есть, как бы у нас, в принципе, можно здесь сделать подвал. Подвал обязательно будет, потому что морковка в кладовке, она не хранится. Вот она сейчас там в яме лежит, великолепная морковка, великолепная свекла. Так, я сейчас сделаю здесь вот, здесь у меня все есть, да, ломик пока, вот сюда. Вот этот угол, кстати, изнутри мокреет. Надо отлив обязательно. Вот она, калиточка. Вот она, калиточка. У меня есть запор. Я его отсюда, этот запор, снял. Что-то как-то, я не знаю, большевастая щель. Ну-ка, что там у меня? Вот, друзья, такое у меня устройство. Вот так вот оно крепится. Ну-ка, калитка, иди сюда. Ой. Так, если я вот так прикреплю, повыше чуть-чуть, вот так вот. Да. Но здесь я оставлял еще наштукатуривать, как бы думал. Сейчас может какую-нибудь дощечку подложить. Или не надо ничего подкладывать. А теперь к козам прямая дорога. То есть вот там козы, здесь сено, а еще тыква здесь остается, еще на недельку, наверное, есть. Что дальше? Вот они, дрова.
Вот, и сюда вот, в калитку. То есть уже не буду вокруг ходить, это радует. Это раз. Так, я надеюсь, что я сегодня еще сюда вернусь. Вот, хочу еще шифер немножко поубирать. И ну, вот это перевозить, друзья, надо все уже перевозить отсюда. Вот эту кучу, эту. Но будем ждать, или немножечко подсохнет, или небольшой мороз будет, чтобы грязь не месить. Не хочу месить грязь. А там посмотрим, может и придется грязь месить. Вот это я сейчас тоже подложил пока. Вот, ну будет наштукатуриваться. Еще посмотрим, как оно будет. Вот этот, в общем, этот замочек, он здесь был. Он здесь пока и остается. Все. Так, друзья, здесь не знаю, с чего начать, честно. Вот, знаете, ну, удобнее всего начать, наверное, с дальнего угла ложить плитку, вот оттуда, да? Вот. Что там на объективе мешает-то? Ага. Удобнее всего начать ложить вот с дальнего угла плитку и к дверям, да, чтобы потом вышел и все. Вот, ну, во-первых, не хотелось бы здесь кусочками докладывать, потому что это все-таки выход. Но все равно приступочка там будет, такая мини-приступочка. Вот. Но вот хотелось бы, чтобы отсюда... Но если отсюда потом, получается, плитку положил, придется на нее наступать, она может потом будет дышать, будешь вставать, она будет там клац-клац шевелиться. Вот, поэтому лучше всего, конечно, начать оттуда ложить. Но она у меня еще и цветная, поэтому хотелось бы отсюда начать чем-то ложить таким более-менее красивым. А здесь закончить уже кусочками там то, что есть, потому что здесь будет там, ну вот здесь планируется газпечка когда-то будет стоять там, да, там стол мойку поставим, раковину. И вот и чё. Как это все распланировать. Вот она, плитка лежит здесь. Сейчас мы ее отсюда. Ее, наверное, не получится отсюда. Сейчас я поперекладываю. Thank you.
Так, друзья, пока плитка, разноцветная немного, сейчас я пока в раздумьях, что делать дальше, прогуляюсь по двору. Тут я как бы, ну, пока могу выйти, сегодня закладываю. Да. Оставляю, чтобы можно было ногу поставить и шагнуть хоть туда, хоть туда. В общем, я хотя бы в какую-нибудь комнату, чтобы шагнуть, и дальше я выйду. В общем, я решил из этого угла ложить. Сегодня весь пол однозначно не положу. Может, вот сейчас как раз вот так вот и брошу это дело. Ну, не получится, наверное, у меня там раствора немножко. В общем, еще немного положу плитки. Сейчас я прогуляюсь, подумаю. Так, друзья, пока немножко думается. Вот тут надо убраться. Я подумал и решил, что надо тут все убрать. Как бы видное место, вот, когда все приходят во двор. Если знать, что была бы хорошая погода, можно было бы заливать сразу, под навесом залить. Я подозреваю, что еще эту яму придется перекладывать, когда буду все заливать. Сделать под люк. Придется, наверное, наверх разбирать немного. Во. Так, что у меня? Друзья, можно сказать, полкомнаты
если не считать подрезку. Сейчас я что... В общем, у меня клея осталось, ну, наверное, на одну плитку. Вот так у меня получается. В общем, вроде в целом так ничего, пойдет. Так, и что? Сейчас еще, в общем, ну, попробую садиться на шпагат, в общем. Сейчас еще одну плитку положу. Тут у меня уже и так, в общем, только на шпагат. Все, главное, я оттуда выбрался. Сегодня продолжать не буду, друзья. Сегодня пускай застывает. Завтра тоже не знаю, буду или не буду. Завтра будем готовиться к Новому году. Завтра у нас 31-е будет. У вас, друзья, вы уже встретили Новый год. Да, получается. А мы еще будем встречать завтра. Так что... Не знаю, чем мы будем завтра заниматься. Пускай застывает. Вот, а здесь потом тогда продолжим. Вот, там уже обрезки вдоль стены пойдут, буду подрезать. Здесь вот заложить надо будет все. И можно будет на стены переходить потихоньку. Завтра еще ведро наколотить раствора. Сюда шагнуть можно. Сюда не криминально. О, тут у меня еще плитка есть. О. Ой, вообще у меня плитки хватает за глаза. Да. А что у тебя сегодня сумок так много? Ну, это подарок. Угу. На всех. Жаль, что я не работаю. Пакет подарков. Конфет. Подарков. Алиса просила шоколадную денежку. Я думаю, может, купить ей. Ну, тут нету шоколадной денежки, я проверила. Я высыпала. Я вчера буксовал тут. Не могла машина заехать. Представляешь, груженая. В гости просим. Когда вот здесь уже залью? Да, пока доберешься. Вот. Сейчас. Мы сейчас без детей пока еще. Детей по коже будем, да? А это кто там? Голуби, что ли? Им же еще рано. А? Кто там будет? Голуби? Нет, это собака будет что-то. Ну что ты там? Что там? Делал сегодня. Ничего не заметно, что я делал? Ну, убрался очень красиво. Ну, сходи, посмотри.